Добрый вечер, ребята! Что вы делаете? Чем вы заняты? Как называется эта игра? Это очень увлекательная игра. Можно я потрогаю? О, какая приятная на ощупь! Эта игра называется «Связка». Из него можно сделать много чего, много крутых вещей. Например, животных, собак, кошек и так далее. Барби, смотри, у нас тут имеются ножки. Все ножки тут. Ушки. А также ушки кошки. Посмотри, какие они сладкие. Вау, это очень мило выглядит. Ну же, давайте сделаем собачку. Берем несколько связок, прикрепляем друг к другу. Сюда добавляем несколько белых связок. А сейчас уже можно ставить ножки. Так, прикрепляем ножки. И все, в итоге ножки готовы. Ну все, туловище уже готово. Можем приступать к голове. Делаем голову. А сейчас прикрепляем ушки. Вот. А следующий прикрепляем глазки. Вау, девочки, вы молодцы! Какое же красивое животное у нас получилось! Посмотрите, Таффи подружился с собакой, сделанной из связок. Челси, давай сделаем новое животное. Давай, Барби, сделаем кошку. Ау, они прикрепились к моим волосам. Первое правило этой игры – связки надо держать подальше от своих волос. Давай, Барби, я тебе помогу. Спасибо, Челси. Потерпи, Барби, отцепляю последнюю. Большое спасибо, девочки, вы просто молодцы. Ох, посижу-ка я здесь и присмотрю за вами, что же вы еще сделаете? Беру и прикрепляю несколько связок. Сейчас я делаю кошку в сидячей позе. Прикрепляю несколько связок и начинаю добавлять ноги. Создаем голову. А сейчас нам нужны ушки. А вот и наша кошка готова. Кошка в сидячей позе. Что же мы забыли? Мы забыли хвостик. Таффи, спокойно, малыш, спокойно.